Снежный человек, Йети, Сасквич, Бигфут, Энджей, Авдошка, Алмасты. Существо, имеющее столько имен, придуманное разными народами со всего мира, не может не иметь права на существование. А существует ли снежный человек на самом деле, я попытаюсь разобраться. Конечно, многими энтузиастами со всего мира было организовано множество экспедиций на поиски этого легендарного существа. В одной из тысячи таких экспедиций принимал участие и лично ваш покорный слуга. Но кроме знакомства с местной флорой и фауной, которую мы с большим энтузиазмом фотографировали, мы ничего не увидели. Встречались местные жители, которые с большим интересным нам рассказывали о якобы встрече со снежным человеком. Но чем больше местные аборигены поглощали огненную воду, тем больше их рассказы выглядели более неправдоподобными и фантастическими. Но может быть, кто-то был более удачлив, чем я? Давайте посмотрим несколько видео из мировой сети. Первое видео прибыло нам из США. Снято оно в Йеллоустонском национальном парке. Кто не знает, это первый в мире национальный парк. Находится он на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами, а также высокогорным озером, расположенным в центре Йеллоустонской кальдеры, самого большого супервулкана на континенте. Площадь парка составляет 8983 квадратных километра. То есть площадь небольшого государства. Что касается самого видео, оно снято на очень удаленном расстоянии, но даже на таком расстоянии мы можем прекрасно разглядеть, внимание, несколько фигур, которые заходят за деревья. То есть, как мы видим, 4 фигуры заходят за деревья, а выходит только одна. Для меня это большая загадка, куда делось еще 3 фигуры. Второй вопрос, почему оператор перестал снимать? То есть на таком интересном месте. Вот, ну, ответ может быть таков. Он просто мог испугаться. Вполне возможно. Почему он вообще снимал там, непонятно, потому как мы видим из видео, там находилось 4 прекрасных бизона. Вот, он, скорее всего, он производил съемку этих самых бизонов и здесь наткнулся на такое фантастическое зрелище. Вот. Мистификация это или нет, для меня вопрос остался открытым, потому как все неоднозначно. 50 на 50, 50-50. Если это мистификация, то сделано оно очень профессионально, то есть, вот, решайте сами. Давайте перейдем ко второму видео. Что касается второго видео, опять же, мы видим темную фигуру, но снятую уже намного ближе. И обратите внимание, опять же какой-то животный страх у снимающего. То есть оператор, который снимал это видео, бросил все и побежал. Побежал, хотя бы мог, наверное, и дальше производить съемку, отследить этот объект, то есть дойти дальше. Вот, давайте на секунду представим, что это на 100% реальная съемка. Вот, и вы оператор. 100% человек, который снимал это видео, имел какое-то оружие. Прежде всего, это США, где люди не имеют проблем с ношением оружия. Во-вторых, это парк, где обитает множество всяких диких животных, включая медведей, волков. Так вот, у него было 100% оружия, но при этом он просто дико испугался и побежал в противоположную сторону. Два у меня варианта на этот ответ, почему он так боялся. Первый, если это видео реально, то что это существо обладает каким-то
экстрасенсорными способностями и на расстоянии может оказывать страх на живых существ. То есть, хотя вот в первом виде мы видели, бизоны никуда не разбегались. Ну, может быть, на высокоинтеллектуальных существ, типа человек, оказывает страх. Во-вторых, прежде всего, снежный человек покрыт всякими легендами и тайнами. И, конечно же, это не медведь, которого мы приблизительно знаем, что от него можно ожидать, да? То есть снежный человек еще не знает, что от него можно ожидать. Может, он подбежит тебя и разорвет на куски, а может быть, не знаю, затащит в свои пещеры. Ну, это я так отвлекся. А если это не реальное видео, а фейк и подделка, то тогда, в принципе, все понятно. Человек оделся в какой-то костюм. Вот, была договоренность, что оператор быстро снимает этот объект в течение нескольких секунд и бежит, то есть, в противоположную сторону. В общем, опять однозначного ответа нет по поводу этого видео. Фейк, реальность. Если приблизить этот объект, в принципе, очень похож на Бигфута, которого мы все представляем. Вот. Ну, давайте вернемся к нам. То есть в России у нас тоже есть кое-какое видео. Посмотрим его. Ну и наконец третье видео. Называется оно «Про явление снежного человека в Перми». 28.03.2015. В общем, оно было снято в Пермском крае, в районе поселка Култаево. Женщина с ребенком пошли прогуляться в лес и встретили снежного человека. Но прежде всего давайте скажем, что это не лучшее занятие с маленьким ребенком ходить за полночь в лес. Мирочка, смотри, как красиво. Посмотри. Пойдем в лес гулять? Да. Пойдем погуляем немножко, ладно? Да, ладно. А потом спать ляжем перед сном. Устала? А? Ты устала? Нет. Домой хочешь? Нет, не хочу я. Где? Мира, пойдем скорее. Все, пойдем скорее. Пойдем. Видео опять ничего не понятно, ничего не разборчиво. Вот. Опять мы видим страх человеческий, но в принципе это не удивительно, все-таки это девушка и ребенок. Ребенок здесь что-то увидел, говорит, что это. Ну, наверное, за этого диалога женщины и ребенка я, наверное, выложил, потому что немножко такое жутковатенькое видео. То есть могу представить, что они испытали, если это было реально, то есть то, что они реально что-то увидели. Был ли это там пьяный лесник, или был какой-то пень, или реально снежный человек, мы не знаем. Или вообще реально это видео, или опять фейк. Но если это фейк, то молодцы они, как говорится, Оскар в студию. На этом видео не хочу особо останавливаться, потому что, ну, нет какого-то материала, чтобы понять там размер этого существа или что-то другое. Вот, давайте закончим видео и перейдем к каким-то фактам, которые сейчас известны там науке. Вообще, надо сказать, что в мировой сети множество видео, материалов о снежном человеке. Большинство и являются явные подделки и фейки, там другие более правдоподобные.
Но ни одно из них не доказывает существование Бигфута. Даже вот есть видео в 1967 году, самое знаменитое. Оно тоже ничего не доказывает абсолютно. Конечно же, есть куча экспертов, обществ, занимающихся исследованиями и изучениями феномена снежного человека. В СССР в 1958 году даже была создана комиссия Академии наук по изучению вопроса о снежном человеке, в которую входили известные ученые и биологи. А в 1987 году было создано общество криптозоологов, которое продолжает свою работу и по сей день. Ну, кроме как околонаучных изысканий и гипсовых слепков, ноги Бигфута они ничего не предоставили. А как сделать легко гипсовый слепок любого размера, любой формы ноги, я думаю, вам рассказывать не надо, и вы понимаете. Конечно, известны многочисленные изображения существ, подобных снежному человеку, на предметах искусства Древней Греции, Рима, Древней Армении, Карфагена, этрусков и средневековой Европы, но никто не дает гарантии, что наши потомки через пару тысяч лет, предположим, на развалинах там Нью-Йорка, вот, не найдут изображения Бэтмена или Годзиллы и не примут их за чистую монету, то есть за реальных персонажей, живших в наше время, и не организуют какие-нибудь общества по изучению Годзиллы или Человека-паука. Ну, а если серьезно отрицать наличие снежного человека, я не могу. Это может быть какой-нибудь редкий вид древнего млекопитающего, например, как многие ученые полагают, реликтовое гоминоида, то есть это млекопитающее, принадлежащее отряду приматов и роду человек. Или древнего полярного медведя, который существовал 40 тысяч лет назад. В 2013 году опубликован доклад профессора генетики Оксфордского университета Брайтона Сакса. Согласно анализу образцов двух волос, прибывших из Гималаев и Бутана, и выяснилось, что образцы ДНК полностью идентичны ДНК древнего полярного медведя. Ну, есть еще несколько фактов. Один из таких фактов – это в 2015 году. Так вот, в 2015 году профессор Брайан Сакс, возглавивший исследовательскую группу генетиков, сделал сообщение для газеты «Таймс» о проведении его группы генетической экспертизы потомков дикой женщины Занны Истхина, пойманной в Абхазии. Ну, может, кто-то про эту историю слышал, это было довольно-таки давно, если не ошибаюсь, в 19 веке. В общем, коротко расскажу историю так, то есть эта женщина жила где-то в горах Абхазии, поймали ее там местные жители или обнаружили, и совокуплялись с ней, да. И она произвела на свет несколько детей, вот. Исследование доказало, что Занна, возможно, происходит из Западной Африки. Ну, в общем, не хочу я на этом исследовании так глубоко останавливаться, могу сказать, что генетический материал для исследования был предоставлен кандидатом исторических наук нашим Бурцовым, директором Международного центра гоминологии, который в течение ряда лет проводил в Абхазии поиски материалов следов существования Занны и ее потомков. Обнаружили они, в общем, потомков, сделали анализ слюны и сделали вывод, что вполне это снежный человек, вот так вот скажем. Ну, почему-то мне кажется все-таки, что не тем путем пошли они, и мне кажется, что это все-таки не снежный человек. В общем, я не знаю. Не могу я сделать какой-то однозначный вывод, есть ли снежный человек или нет. Оставим 50-50, то есть 50 на 50. Недавно общался я с одним знакомым экстрасенсом, вот, который мне сказал, что снежный человек, так называемый Бигфут, есть. И это очень древнее существо, обладающее гипнозом, какими-то экстрасенсорными способностями, магическими способностями. И его можно увидеть только тогда, когда оно само захочет. То, что оно очень древнее, и его род намного нашего человеческого, то есть нашей нынешней цивилизации. Ну, можно верить ему, можно нет, можно подумать, что это выдумки. Давайте
на этом я, наверное, закончу. И оставлю вам, так скажем, размышления. Если он нет, сами решайте. Как я уже сказал, я в этом видео не могу отрицать снежного человека. И, честно говоря, моя сущность подсказывает, что он все-таки есть. С вами был канал iMazin. До будущих встреч. Пока.